Итак, товарищи, всем привет! Сегодня у нас 18 марта, 12.19, Нео 2, стрим 35. Вот. До этого играли в Red Strings Club, а через минут 15-20... Через минут 15 мне надо будет отойти, наложить себе поесть, там, ну... Извините, просто не хотелось прерываться, потому что... Хочется сшитые подряд стримы. То есть... Хотелось прерываться, чтобы через минут 20-30 опять запускать и так далее и тому подобное. Ну его нафиг. Проще сделать так. Блин, надо открыть окно. И у меня для своих зрителей важный вопрос. Макароны или гречка? Безграничный хаос. Драконий рот. Отдайте Хаябуса. Метательный нож с прикрепленным к нему письмом. Давай-ка его сюда. Ну-ка. Хаябуса желает встретиться с демоном, что убивает своих сородичей. Хаябуса? Где-то мне уже доводилось слышать это имя. Стой, неужто? Готовься к бою, не теряй времени. Я полностью его будем. Пока он нам все древние тексты не вывалит. Колотить, что он здесь делает? Да. Громкость-то я не прибавил обратно, извините. Блин, что он творит? Это просто жесть какая-то. Вероятно, я еще не готов к нему нормально, хотя уровень соответствует. Каждый раз будет болтать.
Блин. Серьезно? Ты не охренел ли так? А контрудар? Мне анима, что ли, не хватило? Изишно. Ну, на самом деле, блин, вот самый, наверное, раковый босс, блин. Блин, да ты издеваешься, что ли? Огненный дракон, искусство боя. Бросок Идзуна. Сасуга да на. Ёки шиурен то натта. Канша су. Давайте посмотрим, что это за штуки, которые он нам дал. Но хотелось бы с него древний текст... На его сет выбить. Восхитительный выдался бой. Похоже, это и правда был один из ниндзя клана Хаябуса. Признаюсь, мне и в голову не приходило, что школа Хаябуса существует с ранних лет периода Хэйян. Уильяму однажды довелось скрестить клинки с этими воинами, а Ханза пытался узнать, кто они на самом деле, но не смог выяснить ничего, кроме их принадлежности к некоему клану ниндзя. Сверхъестественные силы заставляют предположить, что в жилах их предков, если не их самих, текла вовсе не человеческая кровь. Катана. Нифига себе. Бросок Идзуна. Кастеты. То же самое, блин. Давайте сопротивляемость качнем. Ядом.
Да. Огненный дракон позволяет изготовить свиток огненного дракона. Здесь что у нас? Целяемость молнии. Давайте. Меньше настакивать будут. Больше веселья. Скорость восполнения ки уже больше не хочет качаться, да? И типа я выиграю сейчас, вы понимаете, в чем проблема? Не, ваш лагерь... Это починили все-таки? Это лучше будет. Здесь надолго мы можем застрять. Так. Перерыв 2-3 минуты, я наложу себе поесть. Пока я здесь, давайте. Все разогревается там еще немножечко. Побольше надо, чтобы поварилось. Поболтаем. Вообще хочется примерно до конца этой недели завершить Нио, наверное, второй. По прохождению первой сложности и дальше уже играть вдоволь в него без стримов и со стримами, но не под запись. Я New Game Plus под запись делать не буду, как с первой частью, то есть сугубо... Как придется. Вот. StarCraft бы тоже надо пройти, там осталось-то... Просто смешное количество.
頂上にございます。旅立つには未だ渦潮に憂いが残っているゆえ、こうしてあなたを待っておりました。大代理の神王で払ったかに見えたドーマンの魂、しかしあれほどの改まやはり長伏を全うすることはかなわなかったようです。伊勢の地に再びかの者の姿が現れたのか、なれど私はもはや封印の座から動けぬ。長伏をお願いできないでしょうか。伊勢の папа, где твоя госпожа-то? Не, Нио 2, вот знаете, чем хороша в плане сюжета? В целом. То, что здесь все-таки очень много всего завершают вообще на такой ноте, что... Не знаю. Хорошую ноту выбрали, скажу так. Дайте я пойду. Все, мой обед готов. Я вхожу в режим low comment. Вот, о, тут что-то есть, смотрите. Всепоглощающая ненависть, которую Даман испытывал к этому миру, обрела физическую форму и обернулась жуткими омерзительно Маратама. На страну вновь пала страшная тень. Похоже, чудовище это находится вдали от столицы Высы, земли легенд и сказаний древности. Мы ничего не знаем о целях и стремлениях этого существа, но оставлять его на свободе значит напрашиваться на страшные бедствия. Отправляйся в Исы и изгони ненависть из сердца Дамана раз и навсегда.
Провинции Исы известны множеством артефактов эпохи богов, описываемых в Нихон Сёки и Кадики. В те стародавние времена, до того как острова стали звать Японией, люди подносили дарованные им богине солнца Аматерасу священные предметы в святилище, выстроенные в Исы. Здесь, в стране мифов и легенд, до сих пор живут давно позабытые в других областях Японии сказания. Что мне так много отнимает? Аж до 35 так много. 4, 6, 6. Уже 16. Ну вообще-то да. Ладно. Умненный дракон. Интересные техники предлагает игра. Блин, идутся не... Давайте все нафиг. Для Мамрита получим 29. Вернем талисман, где ему место. Минарену каодана. Наниода. О, онушимо коно фуонна кио канжи тотта ка. Варе ва Тайра но Корехи да то мосу. Доу яра моктеки ва онажи йоу да. Доу да, доудоу сену ка. Коко Иса ва аякаши ниотте коросарета ооку но тами то рейсеки га немуру башо. Коно чи о ашики ки йори мамору но га. Оно га ги то кокороете ору. Зря я походу. Слава богу, здесь с НПЦшником, они хотя бы немного на него будут отвлекаться. Какой нафиг
Колотить.
Я просто выключил микрофон. Извините. Специально. Серьезно? Ты бы нахер не пошел? А можно ты выделишься? Где она появится? В середине? В середине. Блин, ну серьезно. Какой ты бесючий босс. Просто боже что мой. Интересно, а если наготовить свитков сопротивления молнии? Конечно же, вот это повышу. Ниндзя, 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 ниндзя. Равненные сюрикены, сюрикены. Пилюльки, порошок медузы. Ну давайте, ладно. Бомбы с собой. Качаем. Чтоб обе были. Ну мало ли какой билд я захочу сделать. Раз уж все так хорошо. В кавычках. Мне надо
5. Обратно я только их поменял. Не знаю, зачем здесь эта прелюдия перед Даманом. Ауч. Да ну серьезно! И она сейчас на все хп меня продамажит. Конечно! Блин, ну что, ну это дурдом, блин, то что контратака не успевает это сделать.
Ну ты серьезно, ну с... Стоит, смотрит в одну сторону, накастовывается в другую. Потому что почему бы и нет? О господи, какой душный... Блин, самое главное, в тот файт, который был обычный, она так не делала. Она все время накастовывала нормально. Какого сейчас это происходит, я не знаю. Привет, Кортес. Сам проблемный босс для меня здесь. Она легкая до жизнения на самом-то деле. Но она слишком нетипичная для других боссов Нио. Из-за этого на нее не действует то, как я обычно против боссов дерусь. Вообще не действует. Не хочу совет. Особенно если он будет... Да сделай ты защиту от молнии, чё там? Нет. Ну ещё желательно, блин, мне просто нафиг от неё отлетать, когда она захват делает. Потому что это бредятина. Парень, тебе нормально там? А, она успела это сделать, окей. Ты издеваешься, что ли? На тебе молотком. А иди-ка ты нахер! Просто тебя нафиг, я ничего не вижу. На, нафиг, на. Больше и больше. Я так быстро убивал, что некоторых атак не видел. Ой, хз, блин. Она реально легкая, но блин. Просто. Ну блин, зачем я это все напропускал? Ладно. Че, никакой истории? Просто Дианомоти?
Но это пока самый сложный босс в игре для меня. Конкретно для меня, не объективно, субъективно, поймите вы это. Самый сложный босс. Мы с Даманом некогда были едины в своем желании оберегать и защищать столицу, но однажды из-за ошибки при применении заклинания он получил жуткие ожоги и раны, ставшие неизгладимыми шрамами, и обозлился на мир, обратившись к темным наукам. Я искренне благодарю тебя за свершенное. Мне хотелось бы лишь одного — вернуть хотя бы толику добра, что некогда обитало в душе моего старого соратника. И, конечно, я не могу поблагодарить... Не могу не поблагодарить нашего неожиданного союзника господина Тайрона Кахрахиру. И больше ни о чем не жалею, и мне осталось лишь дождаться кое-кого. Кстати говоря, очень неплохая штука. Я даже заблокирую. Насики пожарный. Мне нужно делать сет зеленый. Я не знаю, ну... Просто зеленую броню, что ли, сделать? Ну это просто писец какой-то. Меня сейчас пробивает просто на пол хп, а то и на все. Естественно, блин, учитывая, какой древний шмот у меня. Но я хочу сразу сделать шмот. Сет, точнее, сет. Жадность до добра не доводит. Минамото Еримуцу, истребитель демонов. Хоть Даман нас и покинул, ходят слухи о том, что на территории дворца видели некую подозрительную личность в сопровождении Якай. Данная мной клятва господину обязывает меня оберегать столицу, и я не позволю хаосу вернуться на ее земли. Один из четверых стражей, Урабена Суэтаке, уже отправился во дворец. Не окажешь ли ему помощь в этом расследовании? Я не хочу! Мне еще надо будет выролить один стат на грудину. Прорисуйся, пожалуйста. Ох, НПЦ, НПЦ, НПЦ. Блин, как же мне будет легко проходить вторую сложность из-за пройденных DLC. Это просто жесть. Ты, может быть, начнешь атаковать? По-моему, самураи только это и умеют делать. Выбить сет с определенными модификаторами, в смысле? Здесь же все сеты, по-моему, выбиваются, но... Проблема в том, что некоторые выбиваются на четвертой сложности. А я просто знаю, какие сеты я хочу, и они откроются на... На первом же New Game, так скажем. И... А, оранжевый шмот не крафтится. А, оранжевый. Ты уже до оранжевого дошел. Капец какой. Как я ненавижу эту сволочную повозку.
Атакуй ради бога, просто атакуй, а? Кадзуки Монотики. Кстати, не посмотрю. А, кадамы-то все точно. Они по... У меня уже собрано. Так, что-то я сюда не хочу. Я хочу сюда. Да. Еще стрела. Да. Напись там уже. Я слышу Сунакасури. Здесь кто-то еще был, кто сверху в меня стрелялся. Ты, сволочь. Естественно, Сунакасури сейчас будет половину своего времени бегать без боев. Вансу на Касурика. Хочу плюсовые шмотки, но они что-то все никак не падают. И не туда.
Ликорис лучистый. Лукорис душистый. Чувствую, прям сейчас кто-то оттуда придет, нет? Нет, никто не пришел. Никто не услышит, ой-ё. Блин. Замечательно. Первая дубина просто не долетела до него. Вот, кстати говоря, насчет этого бога грома. Вот-вот. Одну вещь я все-таки хочу занести здесь все. В раздел неправильных решений. Это по поводу контратак. Ну, дубиной вообще невозможно прервать эту штуку. Вообще невозможно. По ощущениям, это именно на два других духа нормально работать будет. Но не на дубину. Да, кстати. Хайманоя, окаришио. Корените, гома но чикара мо модоро. Что за детский сад здесь творится? Пожалуйста! Игра! Я видел этого
эту мелкотню, но я что-то... Эти духи в этой части. Безанимационные. О, блин. Удары, это просто жуть. Кто еще здесь появится? Никто. Ай, так. О, онси, ташка Райко-дононо. Ёй на. Аякаши гари то ва 感心感心 さらに進むが良い さすればいずれ 道が開けようかもな прям 13.24 что-то боялся, что миссия будет гораздо дольше. Ну ладно, а так, 2 секунды тарелочку отнесу. Еще в чем проблема была с Богом Грома сегодня? В том, что, блин, я параллельно ел. Я серьезно, я не между ел, а попутно ел. Не спрашивайте, как я это делал, но я это делал. Ты прекрасно справилась. Итак, загадочная личность со святой Юкай, со свитой Юкай, которого мы видели во дворце, вовсе не предвестник бедствий, как мы опасались. Судя по его тону, он уже давно служит тьме, так что судьба наверняка еще сведет нас с ним. Потребители демонов. Кстати, говорят, где-то в садах императорского дворца растет красивейшее сливовое дерево из империи Тан. Цветки сакуры — это без сомнения прекрасно. Но можно ли найти что-либо восхитительнее цветка сливы, особенно летом? Их аромат способен отличить от всего на свете. Зачем кошачьи мяты, если есть цветы сливы? Идем, надо найти это деревце, пока его какой-нибудь юкай с корнем не вырвал. Читал, кажется. Да, читал. На памяти читал. Как много качать в демонюке надо, это просто невыносимо.
前さん、ライクお姉さんところの新入りじゃねえか。俺も姉さんには世話になってる藤原の安政ってんだ。Это походу будет последнее задание. ここに曰く付きの梅の木がある。Надо позаниматься другими делами. そいつに用事がある。どうだい。По крайней мере без стрима. 腕前見せてくんねえか。ありが。Какие же язычные в этой игре противники людские, просто не передать словами. Наконец-то в этой игре появилось в одном месте аж 4 противника. Где нет Цутигума? О! Клёво. Посмотрим. Что-то у меня подлагивает в этой локации. Он ничего не успел сделать копьем. Он его всего лишь тихонечко наклонил. Какого черта игра? Блин. Чё у меня FPS в этой локации такой великолепный? Ладно. А можно выделить, блин, врагов? Почему-то иногда здесь нажимаешь на выделить в цель врага, который на экране есть. И игра такая... Ну, нет. Иди ты нахер. Серьезно, вот просто идешь нахер. И так несколько раз, пока ты прям вот центром на цель не нацелишься. Вот, даже... Хотя нет, сейчас не выделяется, сейчас центрируется. Чё с FPS в этой локации, реально? ПС прямо бешено слабенький.
しがるわけだ。おっと、早橋殿がお出ましか。Как же тормозит все, мать господня. Это, кстати, было сейчас интересно, потому что блок персонаж успел уже полностью поставить по анимации. Нет, извините, я, пожалуй, вот так воспользуюсь. Игра еще что-то тормозит, просто адово. Что-то еще будет. Зато все с первого раза вроде как проходится. И сказать, что здесь было тяжело. Чайник. Я забыл, что поставил чайник. Здесь, наверное, жизнь немножечко подкачать надо.
Видимо, это последняя арена должна быть. Отлично. Там да, как будто какой-то босс стоит, красная точка. Что значит красная точка? А, или это сундуки важные? Я не помню, что это означает. Дэша. Три, мать его, Дэша. Господи, камера! Можно... Да. Угу. Это, я так понимаю, полностью вперед. Ага, и наверх здесь по лестнице надо, чтобы убрать себе дополнительные неприятности.
Извини, чуть-чуть позже. Хотя давай сейчас. Солдат преисподней. Это будет немножечко вечером. Две семьсот хп. Машуш. Это больше, чем мой максимум. Игра, алло. Are you okay? Because I'm not. ありがとうよ。
О, блин, не то немного применил. Хотел просто ударить, случайно триггер зажал. Замечательно. Очнулся, у меня вопрос такой. Мне казалось, здесь... Ладно, казалось, значит. Давайте отдадим. すげえ楽しかったぞ。 Еще где-то в игре был выбор, в бане отдавать той танцовщице шпильку, что ли, я не помню, что ей там отдавать. И это, я не понимаю, на что это повлияло. Ну и ладно. Ну и ну, я с ума сойду, и правда кому угодно фору даст. Он хотел подарить цветы сливового дерева Идзуми Сикибу, придворной даме, покорившей его сердце. Что ж, надеюсь, аромат цветов сливы станет их проводником в незабываемое лето. Здесь ну блин, что-то вообще как-то... Я думал, просто как-то побыстрее будут. Вуаль преисподней требуется. Это можно купить в чайном домике? Мияги. Да. Что хорошего в этой части? Здесь можно покупать юкайные ресурсы за счет славы. Это прямо очень хорошо. Мумио 10 тысяч стоит. Не знаю, почему я хочу купить Яска. Да уж, жесть. Касин Коди, серьезно? О, Марии можно. На Бенкея? Как оно работает вообще? Ладно, давайте. У меня все равно 89 тысяч уже.
役立てるがよい。Не, не потому что он первая часть. Мне просто интересно, как это будет выглядеть. А чё Яска такой без шлема? Прикольно выглядит, кстати. А Уильям? О, в такой броне и Уильям. Просто в разной броне, что ли? Ладно, так, Диана Метео, какая-то блондиночка. Ой, так, Дух-Хранитель, чё там внизу у нас? Такое себе, очень такое себе. Счастливчик аксессуар, что? Не дурно, кстати говоря. Очень даже не дурно. Как вы заряд аниме боевое искусство плюс 3%. Слушайте, возможно, стоит перейти на О. Сейчас хочу посмотреть. Здесь тоже типа качественный брацит X1. Не понимать я. Ладно. Люди, учитывая, что вечером Doom, мне надо отдохнуть. Прям серьезно так отдохнуть от таких игр. Очень выматывающих. Вот. Так что давайте закончим. Маленький стрим получился. Хотя во сколько я там начинал? Хотя я, по-моему, в 11 начинал. Или во сколько я начинал? Там перерыв был полчаса. А! У меня опять после смены сцены долбанулся стрим. Короче, всем пока-пока. Спасибо, кто зашел.